Бабушка. Господи, ты не пугай так, я так завещание еще не писала. Пошли похвастаюсь, кое-что купил. Что там у тебя? Сейчас подожди, у меня здесь яйца. А что, куры в сарае не несутся? Паразитки. У кустах несутся. Порублю всех. Собаки такие. Бошки полетят. Нестись начнут сразу же. Бабуль, как куры могут быть собаками? И у семьи они могут быть. О, ля. А потом думаю, что они несутся? Они вот по кустам ходят, несутся. А потом вот этот скотина ходит. Смотри, вот здесь вот, наверное, перелазит где-то и собирает мои яйца. Паразит, а? Ля такой. Смотри. Шук тебе. Красивая у него такая теплица. Ворует яйца у меня. 100%. Да нужны ему твои яйца. Ой, да, яичницу будешь? А ты что приехал вообще? Я похвастаться приехал. Аля, чем похвастаться? Я мотоцикл купил. Как? Какой мотоцикл? Ну, пошли покажу. Ой, волокордина мне. Зачем тебе эта дурь? Подожди. Я поставлю. Вот собаки, а. Какие. Утки мои ушли куда-то на болото. Там проезжал, не видел? Нет. Давай показывай, где там твоя. Вон там. Шайтан машина. Ой, батюшки, это что? Мотоцикл. Какой красивый, ля. Нравится? А что такой? Ой, батюшки, какой красивый, ля, какой большой. И что, он ездит? Ездит. Господи, что за техника? Что, мне нравится. Так ты аккуратно, наверное, надо, ты же это сам, убьешься на нем, господи. Хочешь, это... хочешь прокачу? Так, сейчас, здрасте, бабушку, ты что? У деда был. С люлькой такой. Люльки у тебя нету. Люльки не хватает. Такой люльки. Зачем мне люлька, если можно сюда вот посадить? Да удобно же, вот эту люльку прицепил. И туда и продуктов в магазине. Вот, так правда. У меня вот багажник. Да что это здесь? Что сюда положить? Этот сам. У меня сумочка не влезет даже. Влезет? Батюшки. Это вот сколько же? Он, смотри, большой. Ой. Мама видела? Еще пока нет. Вот. Увидит. Вот увидит. Матери. Стресс такой. Да какой стресс? Нормально. Вот ты уехал. Знаешь, как опасно вот это вот все. Это же этот гроб на колесах. Какой гроб? Бабуль, если ездить с мозгами, то это... А то они у тебя были когда-то. Были. Были. А что-то? Появились, что ли? Да. Что-то сожрет меня кто-то. Ой, господи. Ой. И что? Как ездит он такой? Нормально, спокойно. Интересный такой. Сколько стоит? Так, говори, сказала. Сейчас, где крапива? Да, бабуль, какая крапива? Хорош сюда. Бабуль, это трава. Давай, говори, сколько стоит. Кредит взял, наверное. Нет. Вот если кредит, убью. Мне... Вот прям здесь сейчас, вот вместе вот с этой вот твоей вот этой вот этот мотоциклом твоим. Мне папа помог. Ой. Сколько стоит? 1400. О, это ж вот это! Да. Батюшки. Это же вообще. Бабуль, он новый почти. Да нахера он нужен? Вот ругаться меня заставляешь. Садись. У меня еще одна новость. Какая? Мы с Маринкой теперь отдельно живем. Квартиру снимаем. Да ты что? Это же снимать? Это же деньги нужны такие. Снимать. Где деньги ты брать? Ты еще учишься. Так я подрабатываю. О, где? Стриптизером. Бабуль, я пошутил. Я в кафешку устроился. Ну что, у вас там все серьезно? Ну да. С Мариной со своей этой. Все серьезно? Да. Батюшки. Так свадьбу же надо играть. Ну вот мы думаем. Что думать? Что думать играть надо? Ты предложение сделал? Я хотел как-нибудь красиво сделать. Где красиво? Господи. Бабуль, где лошадь найти? Какую лошадь тебе? Я хочу на лошади приехать. Куда? К Маринке. Предложение ей сделать. Надо же это самое. Денег на свадьбу надо.
Много, деньги такие, свадьбы сейчас дорогие, кошмар. Ну мы чисто для себя, родственников для позовем себя? И все. Этот самый, мама... чайник поставить тебе? Да, поставь. Надо же семью создавать. Господи, совсем вырос какой большой стал, ужас. Все, довел бы. Папаша, мозги есть? Купил тебе такую, этот мотоцикл. Разобьешься и не свадьбы. Правнуков не дождусь, господи. Кошмар. Сейчас у меня вот здесь. Есть у меня. Что там? Ой, для вас хранила-то, господи. Ой, сейчас. О. Ой, на, смотри какое. Ой. Кольцо как. Дед мне еще дарил. Вот. 40 лет ему уже. Бабушка, Маринке подаришь или не продадите. Да, это же твое кольцо. Да, здрасте, продадите, дорогущая, бриллиант. Продадите. Квартиру купите или свадьбу сыграть. Съездите куда-нибудь. Тебе же его дедушка или дарил. Или Маринка пусть носит. Ты что теперь, дедушки, так уже нет-то сколько. Бабушка, я не могу. Да, для вас работали, все делали, для вас собирали. Вот, господи. Бабушка. Да. Ой. Ой, господи. Вам-то мне-то зачем? Я ж помру-то, мне с собой не заберу. Бабушка, я всё не могу. Все для тебя. Я тебе сказала тебе. Паразита кусок. Сейчас. Вот... Она же дорогое. Так, а где мой ремень? Вот где мой ремень? Сейчас я тебя отлуплю. Все для тебя. Все для вас. Спасибо, ой, бабушка. Дай я тебя обниму. Иди. Ой, ты мой, господи. Спасибо. Здоровый. Спасибо большое. Лошадина. Вам семью строить, а мне-то куда? Мне-то уже все, я уже пожила свое уже. Уже это самое. Сейчас осталось там не вон. Не завтра вот не говори так. Уже это самое уже. Помру и все. Не помрешь. Там не... еще у меня на сберкнижке там у меня еще есть. Да, бабуль, не надо. Денежка есть. Не хватит, придешь на свадьбу сыграть. Подарок от бабушки. Мне-то куда уже? Все, мне-то уже. Все для вас же. Мой. Опять довел. Ой. Ну все, бабуль, успокойся. Ой. Ой, все. Все, пошел вон. Ой. Так я что там? Я там яйца забыла во дворе. Господи, пойдем. Сейчас там яйца. Ой. Яйца во дворе лежат. Сейчас надо что там, блинчики сейчас тебе сделаю уже. Угу. Тебе же какие тоненькие. И что ты меня на этом повезешь? Да. Господи. Бабуль, ноги вот сюда оставить. Куда? Вот сюда. Вот сюда. Мне до магазина только, не в рай. Хорошо. Какая еще? Батюшки. Сейчас подожди.